самый маленький бинокль в мире. Это Nikon Micron 2000. 7x15. Это лимитированная серия биноклей марка ONA. Вес бинокля 135 грамм. Угол зрения 7 градусов. Влагозащищенный. Минимальное расстояние фокуса 2 метра. Выходной зрачок 2,1. Линза с многослойным просветляющим покрытием. Этот маленький малыш показывает очень достойно, как настоящий бинокль. Картинка очень качественная, четкая. Цвета передают прекрасно. Вот перед вами морской собор в Кронштадте.